Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и канал Валерий Хауса. Начинаем проходить инди-хоррор под названием Craven Manor. Игра в Steam бесплатная, так что хватаем и еще раз хватаем. Вот. В описании я вычитал, что здесь уровни, короче, они генерируются сами по себе. Ну, даже не сами по себе, а, короче, мы можем сами генерировать для себя уровни, короче. И в этих уровнях будет генерироваться призраки, короче, или кто-то там, короче, враги. Вот. Давайте посмотрим. Обычный или кошмар? Обычный режим игры. Вы исследуете усадьбу со стандартным фонариком. Давай, короче, на обычном, вот. Потому что это не стримы, это не такие прохождения, короче. Можно на среднем поиграть. Тем более, может, игрушка недопиленная там или еще что-то. Вот. Как типа вот Cry of Fear, там, знаете, какие-то лаги там или еще что-то. И сложность может быть тупо сделана, как бы неправильно сделана, вот. Так что выберем среднее. Так, давайте, мы попали, короче, в особняк. Вот, нам особняк этот надо будет исследовать. Очередной особняк, мать его. Очередной, мать его, особняк. Вот. Как мы любим эти особняки. Так, нажмите Е или левую кнопку мыши, чтобы изучить некоторые предметы. Окей. Е, мы ничего не можем. Так, фонарик, окей. Давай, пойдем сразу к железным дверям, посмотрим, что здесь. Это очень похоже на опору для отсутствующего рычага. Ладно, понятно, отсутствующий рычаг. Это не рычаг, это не рычаг, короче. Это что такое? Панель заблокирована, имеет богато украшенную замочную скважину в одном углу. Окей. Замок. Тихо. Это не фонарик, это свет, короче, да? Короче, гроза у нас тут. Гроза балуется со светом. Так, а здесь что? Здесь у нас ничего не... Хотя подсвечено, ничего не работает. Слышь, не хватит, не надо так делать. Не надо так делать. Так, картины у нас, как всегда, всякие... Это что? А, это кроль. Кроль. Убитый кроль, короче. У нас, видимо, хозяин был каким-то охотником, что ли, или хер знает кем. Вот, поэтому у него кроли на картинах. Так, записка. Угрожающая записка от Уильяма Крейвена на имя подрядчика. Тема: структуры должны быть построены точно по описанию. Структуры, короче. Какие-то структуры у нас тут должны построены быть. Это что у нас? Книги на эзотерические темы, некромантии, элементалии и алхимии, короче, понятно. Снова какая-то некромантия, снова какая-то оккультные науки или еще что-то еще. Слот декоративный. Бронзовая диафрагма выглядит так, будто можно вместить круглый объект. Окей. Какой-то круглый объект. Смотрите, у нас там есть дверь открыта. Открытая дверь. Статуя наверху. Ладно, здесь у нас какой-то аквариум или что это? Ключ. Опа, смотри, ключ. Окей, ключ и знак. Тяжелый бронзовый орнамент с выгравленными буквами К и М. Окей. Понятно, короче. Вот такая тут штукенция. У нас еще записки всякие. Сначала я сетовал на то, что ритуалы не действуют. Однако несколько месяцев спустя я повернулся спиной к статуе и подумал о мертвых. И дух внутри дал о себе знать. Ого-го-го! Духи. Духи здесь. Давай подойдем к статуе и посмотрим, что она из себя. Про эту статую, видимо, написано, да, было, да, косвете. Короче, статуя вот такая вот. Вот такая вот херотень. Где-то я, короче, такую херню уже видел, да? Она больше, ну, похожа на марионетку. Вот. Так, тумба. Жуткая бронзовая статуя стоит на вершине пьедестала. Этот, короче, пьедестал очень жуткий. Окей. Ладно, о, смотри. Смотри, у нас тут показывает, куда нам надо идти. Короче, нам даже игра начала подсказывать, куда нам идти. Типа, да задрал ты здесь уже. Блуждать, смотреть, херней всякой страдать, короче, иди ты уже по указателям задрал. Окей, библиотека. Библиотека, здесь книги, собрание сочинений Генриха Агриппа. Агриппа. Где-то я уже слышал это.
Тот мечтатель, который хвастается тем, что он может вас сотворить, будет гореть в муках вечного огня. Понятно. Окей, так, глобусы всякие тут... Тихо ты. Слышал? Мы, походу, здесь не одни. Здесь кто-то есть. Ладно, хер с ним. С призраками-то уж мы разберемся. Разберемся. Так, газетная вырезка. Вырезки из газетных публикаций, описывающие пропавшего подростка по имени Марджори Хеджипет. Хеджипет. Марджори какой-то. В этой холодной комнате тепло не задерживается надолго. Вдруг начался пожар. В смысле? Здесь был пожар? Или что? Что-то я не понял. Нихера так. Все паутиной поросло. Поросло тут все паутиной. Окей. А, что здесь у нас? Это херотень, короче, это, знаете, типа лифта, знаете, да? Кстати, в главном зале там, по-моему, такая же херотень, которая, да, не действует, ничего не работает. Можно, типа, сюда положить какое-нибудь говнецо, типа, так. Эпическая поэма вспоминает... Чего? Вспоминает библейский рассказ о падении человека. Падение человека. Знаете такой библейский рассказ о падении человека? Так, окей. Ладно, хер с этим лифтом. Потом разберемся. Давай, давай, давай. Посмотрим, что. Так, здесь у нас завалено все. Все завалено. Так, фонарик. Фонарик. А нажмите E или кнопку поднять, опустить, или манипулировать определенным объектом, когда появится значок руки. Окей, я тебя понял. Спасибо тебе за подсказку. Так, нашли какой-то винный погреб какой-то нашли, короче, Джей, смотри, Джей появилась. Я нашел макет винного погреба, это соответствует модели, которую я видел в прихожей. Ладно, я тебя понял. Так, окей, взяли, короче, макет. А, да, мы же видели в прихожей, там макеты, да, такие, короче. Давай отнесем туда. В смысле? Порванные листочки полетели? Ладно. Это нормально. Это все хорошо. Вот, и давайте отнесем это все. Воу! Чё-то... Чувак, ты зачем ты так спотыкаешься? Блин! Ты спот... Ух ты, кровь, смотри, появилась. Так, окей. Нажмите и перетащите, чтобы... Так, поверните. Принесите другие макеты комнат для того, чтобы изучить усадьбу в дальнейшем. Понятно. Смотри, ключ. А, не взять, что ли? Возьми ключ. Ладно. Так, винный погреб. Винный погреб. Смотри, здесь, короче, силуэты. Видимо, как, что должно стоять. Так, мы можем... О, смотри. Видал, видал, видал. Так, давай-ка. О. Вот это больше похоже, да, на винный погреб, вот так вот. Это нихера, короче. Ну, бог с ним, давай вот так поставим. Пускай так будет. Окей, там что-то открылось, короче. Типа уровни мы делаем сами, да, получается? О! Ты смотри, статуя пропала. Короче, я так понимаю, за нами будет... Да, что такое? Кусок статуи. Какой-то кусок статуи. Статуя обронила какашку. Так. Ключ. Какой-то ключ. А, погоди, вот здесь у нас замок. Да, да, отлично. Это заблокированная панель имеет... что там, походу, отсутствует важный кусок. Важный кусок. Шестеренки нет. Это, короче, это выход, наверное, получается, да? Постепенно будем искать. Погоди, пропавший кусок. А вот эту херню мы не можем взять, да? Тут говно статуи, короче, мы не можем взять. Бронзовое говно. Ладно. Давай, смотри, указано,
Указатель у нас пошел. Указатель сюда. Давай. Фу-ху-ху. Винный погреб, кстати, спускаемся вниз, смотри, в темень. Сохранка. Неплохо. Сейчас что-то будет, короче. Я так предполагаю, будет какая-то херотень. Уведомление. Уведомление для всех сотрудников завода металлоконструкции Крэйвен. Воры и бездельники будут наказаны лордом Крэйвеном, а также будут лишены заработной платы на время восстановления. Окей. Короче, Крэйвен решил взяться... Тихо ты. Что-то скрипнуло, короче. Разорванная картина. После тщательного осмотра кажется, будто что-то разрывается на этой картине со множеством тонких мелких царапин. Окей. Короче, Крэйвен взялся серьезно за тунеядство и безработицу, типа. Ну, как не безработица, а типа этих людей, которые не хотят работать. Так, бюджет строительства. В этих расходных расчетах на строительство есть ссылки на тайные проходы и движущиеся стены. Ого! Прикол. Кстати, в винных погребах постоянно есть всякие потайные, да, ходы. Вот. Любят эти проектировщики делать всякие. Фото. Это фото с надписью 1857 год. Завод металлоконструкции Крэйвена. На нем изображен мрачный, хорошо одетый мужчина за 40 во время торжественного открытия завода. Посмотреть я не могу, да? Ну, там видно, вон, типа, завод, короче. Вот. Такая вот херотень. Ладно. Так. Бросить объект. Куда-то пульнули, короче. Ну, иди туда же. Алкашка зло. Так что иди ты нахер. Так, чертеж. План приписывается Уильяму Крэйвену. Архитектура свидетельствует о скрупулезности деталей и очень странных структурных составляющих. Жалко, мы посмотреть это ничего не можем. Интересно же посмотреть чертежи, там, знаете, да, всякие фотографии или что-то там еще, короче. Так, окей. Ладно, идем сюда. Здесь у нас картина с царапинами. Как всегда, блин. Воу! Да тихо ты! Твою мать. Короче, сраная статуэтка бронзовая нас теперь будет пугать постоянно. Всякими скримерами, наверное, да? Всякой хернёй своей. Вот. Уронила, падла, шкаф. О, ладно, идем по крови. Тараканы побежали. Только это что это? Тараканы какие-то. О! Нет. Ладно, чувак, я тебе, если еще с вертушки... Get out. В смысле? Ты мне угрожаешь, блин? Ты мне угрожаешь? Тварь. Оу, смотри, смотри. Завалил. Завалил тут все. И чё, и как? Я садиться же я не могу, прыгать я тоже не могу. В смысле, а чё? Shift! Бежать, 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 тихо. What the fuck? Что происходит, блин? Это как-то даже не страшно, это как-то забавно даже. Смотри, рычаг появился. Рычаг, давай дернем. Передернем. Так, открылся потайной проход, окей. Потайной проход. О! Спальня. Спальню взяли. Окей, что там? Я видел, как что-то скрывается в тени, прячась от света. Я не уверен, что это было, но я надеюсь, что не увижу это снова. Я наткнулся на макет комнаты. Это, видимо, спальня. Окей, спальня. А, смотри, у нас ключ мы нашли, да? Надо еще ручку, короче, и шестеренку, получается. Вот она. Здесь вот подсказочки кругом, короче. Так, подними спальню. Уронил спальню. Нельзя ронять спальню. Так, что-то все поменял. Что-то я не понял. В смысле? А как мы так попали-то сюда? Допустим.
Ладно, пошли, короче, пошли, относим спальню сюда к макетам. Дождина, дождина, грозина и дождина. Окей, так, ладно, я понял, надо, короче, теперь спальню захерачить. А, с этой... Блин. Да твою мать, бери. Так, с этой стороны надо спальню, короче. Это... Здесь, что ли, вот так вот спальню? Или... Допустим, давай поставим... Погоди, нет. Что-то как-то... Что-то как-то криво. Нет. Давай вот сюда. Здесь вот как раз лесенка, да? Давай, у нас такая будет проектировка комнаты, короче, нормально. Нормуль. Все четко. Так. А ты покажешь, куда мне идти? Нет? А, во-во-во, смотри, смотри. Показывает, показывает все-таки, куда идти. Наверх. Здесь стояла у нас статуя. Сломанный светильник. Так, сохранка. Сюда? Сюда, да, вот. Снова нас черт ждет. А, он заперся. Он заперся, короче. Так, закроем нахер дверь. Окей. А, что у нас здесь? Заперто. Дверь заперта. Так, ладно. Получается, нам фотографии с места преступления какого-то. Надпись Жаклин Крэйвен 408-01. На этом черно-белом фото изображено расчлененное женское тело. Нихера себе здесь. Короче, женщину захерачили, да? Расчленили. Бабенцу. Ладно. Короче, какая-то дичь произошла в этом доме. На пожар, в принципе, не похоже. Если бы это был, короче, особняк типа призрак, знаете, как обычно, да, там было бы все обожжено, там, либо появлялись какие-нибудь там, ну, моменты типа пожара, там, или еще что-то. Вот. Здесь произошло что-то другое. Здесь было какое-то убийство, по-любому. Вот. Манекен. Мини-монстр у нас тут. Так, фотография с места преступления. Подпись Джордж Крэйвен 408-02. Эта черно-белая фотография изображает мужское тело на коленях, склонивший свою голову в чан с расплавленной бронзой. Хера он такой отчаянный просто. В чан, короче, с расплавленной бронзой решил окунуть голову. Видимо, воду отключили. А мыться надо. Записки Уильяма Крэйвена. Хоть отец и бил меня, я ненавидел мать больше, чем его. Видя, как они умирают, я прозрел. Все-таки есть красота в смерти. Об этом я буду помнить. Так, понятно. Я так полагаю, Крэйвен, этот хозяин дома, короче, убил свою мать. А мы там увидели, короче, фотку расчлененной женщины. Это, наверное, мать его. Вот. Не знаю, почему он ее ненавидел, что здесь случилось. Новостные статьи с описанием видимого снижения количества бездомных и малоимущих. А начальник полиции говорит о своей заслуге в этом. О, нихера тут, смотри, сколько этих мини-миниатюр. Так, это что, странный глобус? Сфера, видимо, имеет небольшой электрический заряд. А, вот так даже, да? Можно что-то крутить, смотри. Тут непонятно, что он... Непонятно, что он там делает. Окей. Воу! Тихо ты. Ля, сейчас что-то будет, короче, любас. Стоит нам только ящик открыть. А, фотографии. Погоди. Ты слышал, да? Бронзовая нога. Ладно, давай, куча темных размытых фотографий шести обнаженных мужчин и женщин, украшенных красной краской. Они танцуют вокруг стеклянной сферы. Ритуал, по-видимому, проходит на верхнем этаже библиотеки. Стеклянная сфера.
Какой-то ритуал, короче. По любасу какую-то херню здесь. Жертвоприношения, наверное, всякие, короче. Как всегда, какая-нибудь дичь вот эта вот. Нога уползла. Нога уползла, что ты? О! Вокруг вот этой сферы, короче, танцевали, я так полагаю. Ну тут тихо, дверь выломали, смотри. Картина там, смотри, какая-то появилась. Маленькая статуэтка упала. Ладно. Окей. Давай. Кровище. Тихо. Воу-воу-воу, почему темно? Тварь! Воу, она ползет. Ай! Что я сделал? Я нажал на эту херотень, короче. Все. Типа, я так понял, вот эта херня, короче, бронзовая. Она движется только в темноте, короче. Да, я так полагаю. Так. Ужас живет в глубинах тьмы местной, между любопытством и безумием. Я это чувствую. Он стремится уничтожить меня. Ужас живет в глубинах тьмы, короче. Да. Короче, эта херня, она в темноте. Так, что тут картина? А, открыли дверь. Старый журнал. Большинство журналов это чушь и бред, но одно предложение врезается в голову. Истина лежит за пределами снов. Понятно. Так. Это что такое? Это чушь собачья. Ладно. Видели, когда выглядит чушь собачья? Окей. Так, а эти... Мне стало понятна сущность лимба. Это сосуд состояния бытия, в котором заточены души. Про лимба тут еще что-то говорят. Короче, здесь что-то, блин, с этим... Рваная, с оккультными науками что-то. Тщательно подобранная иллюстрация человека, человеческой руке, окутанная в бронзу. Маркировка является учебной, будто вырванной из руководства. Окутанная в бронзу. Мои первые успехи были короткими, но бодрящими. После ритуала большие шары задержали духов на несколько секунд, заметно светясь. Короче, этот ублюдок какие-то ритуалы проводил и, наверное, заточил, блин, какого-то злого духа, короче, в эту бронзовую куклу. Вот эту. Так, макет чердак. Окей. А я нашел макет чердака, лучше не смотреть вперед, входя в это место. Это типа подсказка такая, да? Лучше не смотри вперед, входя в это место. Ладно. Так, опять что-то поменялось, ты смотри. Картина уже... Это, наверное, Тед Крэвин, наверное. Бородатый глазастик. Так, окей. Ну-ка, я закрою нахер. Ты что сделал? Ты что-то прыгаешь? Так главное на Space. Он не может прыгать, а... Сам по себе, короче, он тут... Прыжками занимается. Ладно. Сейчас мы что-нибудь соорудим, окей. Давай. Давай что-нибудь сейчас. Погоди. В смысле? А чердак? Ну? И куда тебя присобачить? Погодь, а куда тебя? Что-то я не понял. А, во, видал, смотри. Или нет? Погоди, а чё? Чё-то я не понимаю, как-то вот не совпадает с этими штуками. Ну, чердак, по идее, вот так вот должен быть, да? Так, ладно, допустим. А, эту... У нас же как-то...
Может, как-то должны все вместе, наверное, поставить. Гляди, вот так, может. Во, вот так вот. А это вот так. Короче, такая какая-то нелепая конструкция. Вот, здесь лестница просто в спальню. Короче, жопа какая-то. Непонятно. Вот. Ладно, давай, выход. Выход, и где там, куда нам? Покажи-ка. Куда мне идти? Снова наверх. Снова наверх, короче, на чердак, да, наверх. Блин, это главный герой задышал. Я думал, кто там задышал мне сейчас. Окей. Так, чердак. А сохранка прошла, нет? Я что-то не понял. Сохранка была, нет? Хера тут, смотри. Отрезанная голова со змеями. Дичь какая-то. Снова кролики. Диаграмма, график. Рукописный список из 23 фамилий, после каждого из которых следует отпечаток большого пальца. Имена включают Ховард, Ларсон и Хеджипет. Хеджипет. Так, полюбас, вот здесь вот стоит эта сраная статуя бронзовая. Погоди. Ты там чё? Не скрипи, пожалуйста. Дверь, наверное, закрыли. А, нет, смотри, дверь открыта. Оставлю ее открытой. А чё скрип... А, да ну нахер, ты смотри! Я ж сказал, блин. Балалайка. Заперто. Смотри, рычаг. Ну погоди, сейчас пока рычаг не буду нажимать, давай посмотрим, что здесь. Так. О, смотри, сколько сфер. Вот этих. О, еще один рычаг. Книга. Философское описание применения химических средств света, природы и благодати. Сундучок маленький. Все такое миниатюрное. Так, ладно, давай начнем с этого. Это скрипнула вот эта лестница или эта дверь здесь открылась? Погоди. Нет, это значит лестница скрипнула. Окей. А мне не пройти. А! Смотри, здесь рычаг, да, и... Это одно и то же все. Понятно. Все одно и то же. Давай поднимемся наверх. Так, сундук. Снова глобус. Маленькая картинка. Все такое миниатюрное, смотри, маленькая бочка с вином. Окей. В смысле? Ладно, окей. А, свидетельство о рождении Уильяма Крейвена. Родился в 1857 году. Родители Жаклин и лорд Джордж Крейвен. Окей. Вирджиния, короче. Родился в Вирджинии. Книга тут. Твою мать. Вау! Стопэ. Меня бочкой пришибло. Там поаккуратнее, слышу. Какая-то стеклянная завеса. Какая-то... Короче, Вау! И страшно. В смысле? А, он, смотри, он за стеклом стоит. Вообще как разобьет. Реально. Твою мать. Сейчас как разобьет.
Правильно, да? Бросить объект. Да блин! Твою мать. Эта тварь все наблюдает, смотри. Смотри, наблюдает все. О, попал! Отлично. Глаз алмаз. Отлично. Опа, смотри, исчез. Мы поднимаем эту херню. Блин, а мы эту хрень, наверное, выпустили. Он уже прополз, наверное, где-нибудь здесь. Сейчас за спиной нас захавает. Че за звук? Звук как будто это, знаете, в игре Соника. Колечко, когда берешь, такой же звук. Че, еще отпустить? А, ну хорош, да? Хорош. Ладно. Так, окей, сохранка. Ладно, друзья, давайте остановимся на самом интересном моменте. Вот. Сохраночка прошла. Я думаю, поиграем еще в эту игру. В принципе, неплохо, неплохо. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, плейлист будет в описании. Кто захочет посмотреть полностью все прохождения. Так что заглядываем. И с вами был Валерий. Всем пока.